Здравствуйте, дорогие друзья, гости, ну и, конечно же, подписчики моего канала. С вами Нестягин Олег. А сегодня я вам покажу то, после чего, скорее всего, ученые-вулканологи призадумаются о своих знаниях о вулканах. Дело в том, что, рассматривая гигантское лавовое поле, которое находится в Саудовской Аравии, я обнаружил очень странные артефакты. Давайте покажу вам, о чем речь. Вот, как видите, в этом месте просто огромное количество разнообразных вулканчиков. Также все залито лавой. И вот если каждый вулкан разглядывать, мы увидим очень странные вещи. Давайте, к примеру, начнем с меточки под названием Ого. Приблизим по максимальному и рассмотрим. Вот смотрите внимательно. С каждого вулкана отходят вот такие вот странные нити, которые состоят из сегментов. Посмотрите более внимательно. Также их разделяют странные круги. Вот здесь, к примеру, еще один странный круг и внутри какое-то возвышение. Рассмотрите это все детально. Как вы думаете, что это такое? Посмотрите, к примеру, насколько далеко отходит вот эта вот линия. Вот в этом месте она заканчивается. Конечно, в этом месте не такая уж качественная фотография, но все же мы увидим, что после полосы какое-то пятно темного цвета. И вот мое мнение, что это такое, может быть. Я думаю, то, что в далеком прошлом что-то откачивали с вулканов. А именно вот эти точки входа, раньше здесь стояло какое-то оборудование. А эти все полосы, это какие-то гигантские шланги, которые состоят из сегментов. Вот такие шланги я видал в Саудовской Аравии, но только на установках, которые создают искусственные острова. То есть со дна они выкачивали песок, породу и высыпали, то есть, ну, в те места, где нужно было создать острова. Так вот, вот эти вот полосы также очень похожи на такие же шланги. Ну, конечно, они в этом месте, может быть, брошены и превратились просто, ну, окаменели. Это мое лишь мнение, дорогие друзья. Свое мнение пишите в комментариях. Так вот, как и ранее говорил, вот таких вот странных артефактов здесь на каждом вулкане. И такой вот шланг, давайте я буду называть это шлангом, выходит именно с верхушек вулканов. Не знаю, что откачивали в далеком прошлом. Это надо лишь гадать. Лава? Может быть, нефть? Также не только по верхушкам вулканов вот такие вот артефакты в форме линий и колец. Можно увидеть и небольшие треугольнички, то есть на равнинах. Давайте я вам покажу по меткам. Как видите, огромное количество меток я в этом месте для вас оставил. Вот в этом месте то же самое. Вот вулканчик, из него вот эти вот нити выходят, шланги. Интересно, не правда ли? И все это находится где-то далеко на лавовых полях, где нету ни людей, ни техники, ни заводов. И все это, я думаю, окаменело. Ключ 77. Ага, мы его рассматривали уже. Вот, к примеру, вот здесь можно увидеть такие же кольца и полосы. И да, я маленько наговорил лишнего. Я все-таки нашел кое-какие домики, скорее всего, местных жителей. Вот можете посмотреть по этим домикам, какие размером эти линии. Давайте я вам еще один интересный момент покажу. Так, метка под названием 56. Вот здесь то же самое. Прямо поверху вулкана проходят эти нити. И в середине мы видим что-то похожее на установочку. Метка под названием «Еще». Вот здесь, скорее всего, частично разрушился этот шланг, но мы также увидим на макушке, там, где стоял, что-то похожее на установку, и от него отходит вот такой же шланг. Также встречается очень много маленьких вот таких вот ключиков. Двойные. Здесь два ключа вот таких вот, вернее установочки, с одного вулкана. Как видим, точка выхода и шланг, и здесь то же самое, но шланг почему-то идет по краю кратера,
вулканчика. Ключ номер 3. Вот здесь также отчетливо видно. Точка выхода и наш гигантский шланг. Куда он ведет, непонятно. Что откачивали? Повторяюсь, это моя лишь фантастическая гипотеза. То, что что-то выкачивали с этих вулканов. Вот он еще один. Выход. И, как видим, сегментированная труба. Скорее всего, может быть, она развалилась на части. Поэтому мы и видим вот такую вот линию прерывистую. А сейчас я вам покажу кое-что интересное, помимо ключей. Так, приподнимемся. Ага, меточка под названием Гео. Вот здесь также интересное образование. В форме окружности и какие-то объекты внутри. И рядом вот с этим объектом также обнаружил очень интересный геоглиф. Дал название цифры. Вот посмотрите внимательно. Круг, внутри возвышение, а рядом с этим кругом и возвышением цифры и буквы. Я здесь вижу цифру 13, букву С или С по-русски, двоечку и английскую Б, здесь четверочку. А здесь цифру 30. Интересно, я только это вижу или вы это то же самое видите? Посмотрите внимательно и напишите в комментарии, что вы здесь видите. Или это моя лишь фантазия? Вот такая вот находочка интересная. И практически, я говорю, на каждом вулкане мы можем встретить вот такую вот установочку. Так, давайте приподнимемся. Я посмотрю, что я вам тут еще не показал по этим ключам. Ключ 190. Вот здесь также отчетливо видно. Точка входа разрушена. Но сам шланг или трубу, как вам будет удобнее. Как видите, отходит на определенное расстояние от вулкана. Интересно, вот здесь мы сможем обнаружить. Нет, как видите, с этого вулкана ничего не ведет. Ключ 18. Вот здесь то же самое. Точка выхода и небольшие кусочки этих труб. Я думаю, эти трубы, может быть, железные были. Со временем они настолько проржавели и окаменели, то что превратились в вот такие вот линии. Ключ 17. Вот здесь три установки. Также их отчетливо видно. Точки выхода и трубы. Да, эту территорию мы рассмотрели. Вот таких же ключиков я нашел немного дальше. Но они уже не на вулканах находятся, а на лавовом поле, то есть практически на равнинке. Их не так отчетливо видно, но если детально рассматривать, мы их и их увидим. Вот, к примеру, в этом месте. Вот также точки выхода. И наши странные трубы. Повторяю, насчет труб, шлангов там и тому подобное, это моя лишь фантазия. Что это такое на самом деле, я не знаю. Я всего лишь высказываю свои мысли. Вот здесь еще ключик под номером 7. Да, я дал название это ключи. А вот здесь без шланга, но точка выхода есть. Так, еще ключик под номером 8. В этом месте не так отчетливо видно. Но все же рассмотреть мы можем. Метка под названием Гео. Вот такой вот интересный геоглиф. Также в этом месте. Точка выхода. И наш шланг. Или труба, как удобнее. Вот такие вот геоглифы странные. Еще один ключик. Небольшой. И вот здесь также мы можем увидеть. Точка выхода
и наша труба спускается вниз с этой горы. Двойной ключик. Вот такие у меня находочки, дорогие друзья, на сегодня. Давайте еще несколько посмотрим, и я думаю, будем заканчивать этот видеоролик. Как и говорил, таких ключей огромное количество по этой лавовой пустоши. И я думаю, знаете, геологи, вулканологи призадумываются, а правда ли то, что в далеком прошлом никаких высоких технологий не существовало? А бегали лишь люди с копьями да с топорами? Вот, как видите, огромное количество высокотехнологичных следов я обнаружил в Саудовской Аравии. Ключ под номером 2. Вот такой двойной ключик. Также видим кольцо, только уже что-то двойное отходит от него. Рядом находится еще один небольшой ключик. Но только уже двойной. Один маленький, второй большой. Вот здесь странное что-то. А теперь давайте перенесемся на берег Саудовской Аравии. То есть Красного моря, вернее. Я вам покажу технику, которая похожа, повторяю, похожа на ту, которая работала на вулканах. Вот эта техника, которая создает искусственные острова. Вот она пришвартовалась к барже, если я не ошибаюсь. И вот от этого корабля вот такие вот отходят трубы, которые в данный момент на поплавках. То есть, как видите, тоже сегментированные. Эту трубу передвигает, то есть специализированный катер с места на место. Она засасывает породу и перебрасывает ее на баржу. А дальше баржа, к примеру, развозит ее. Бывают другие технологии. Такую же трубу просто перекидывают на берег. И уже прямо на берег и вываливается вот эта вот порода. Вот здесь, к примеру, таких труб также огромное количество. Их отчетливо видно. А мы давайте вернемся к нашим меточкам. И я вам покажу, чтобы вы поняли, что это очень сильно похоже. Вот посмотрите внимательно. Такая же сегментация. И везде практически одно и то же. Ну а на этом, дорогие друзья, я этот видеоролик заканчиваю. Надеюсь, он вам понравился и был полезен. А на этом все. Всем до новых встреч.